Большинство жителей Бердска с большой заботой относятся к окружающей природе и населяющим ее птицам и зверям. В каждой городской роще, во дворах и на улицах можно встретить кормушки, созданные для кормления птиц. Но иногда мы вольно или невольно наносим вред, например, птицам. Картина, которую увидели жильцы дома «Лунная 8» и окрестных домов, задела их за живое. После ремонта крыши были закрыты все отдушины на чердаке. Вчера вечером наблюдала следующую картину. Птицы бьются. В эти отдушины попасть не могут. Не просто голуби, бьются коршуны, бьются птицы. Голуби, пытаясь, видимо, открытым отколупнуть что-то, стоял очень сильный гомон этих птиц. Я не могла понять, в чем причина. Потом догадалась, что, скорее всего, у птиц там гнездовье. Возможно, там маленькие птенцы. И, скорее всего, они там сейчас и находятся. Но туда не могут попасть птицы. Соответственно, все эти птенцы будут обречены на гибель. Жители двора, наблюдая за происходящим, пытались обратиться к тем, кто решил бы эту проблему. И единственным местом, где откликнулись на их просьбу, стала наша телекомпания. И сегодня я весь день пыталась, соответственно, эту информацию получить, пока еще не получила. У меня был телефон депутата, я звонила, пыталась зазвониться, никто мне не ответил, к сожалению, на мой телефонный звонок. Единственное, что неравнодушные жильцы, кто видит эту вот проблему, трагедию птиц, они, естественно, ухают-ахают. Ну а что старший по дому-то, вряд ли он что-то решит. Управляющая компания, которая относится дом номер 8 по улице Лунная, имеет свои резоны закрывать все слуховые окна и щели, ведущие в подвал. Там все должно закрыто, решетки быть, чтобы не попадали ни грызуны, ни птицы, что на крыше не должно ничего. А то, что там голуби разводят, кошек в подвалах, это, знаете, ну вот боремся с пришествием дыма, не можем разобраться. Там окна выбивают в подвалах, там ни теплоизоляции, ничего нет, там вонь, блохи, все. А у нас жители, знаете, что хочу, то сделать, сами для себя жалуются, птички, то, что они переносят и заразу вся, там ничего. Проблема эта не нова. Защитники животных против защитников комфортного проживания. Решить ее на уровне одного дома сложно. Это проблема всего города и общества в целом. Но без ответственного отношения к природе и домашним животным вряд ли наша жизнь станет лучше.